на битву экстрасенсов.
И вот так все сделаю. Диман, на звук часов дай. Да. Никер. Не, как ты все это делаешь? Я не помню, как это звучит. Не, вот так. Часы пошли. Я начинаю. Часы пошли. Здоровайся. Здоровайся. Ну ладно, здоровайся. Не знаю уже, как ему подводиться. Такие подходы не подпускают себе и все. Диман, сначала идет... Красноярец бомжует, да. Потом аукцион в Кице, да. И встреча с митрополитом. Все верно. Все отлично. А скажи мне, синхроны везде есть? Синхроны после... Ну то есть voice синхрон voice, потом voice синхрон, потом voice синхрон. Все, круто. А мы в эфире? 10 секунд до эфира. Да. Мы счастливы! Отлично. Девятнадцатого.
Новости с Сергеем Инжутовым. Новости с Натальей Истоминой. Ты проснулся?
Все камеры на общий готовы. Главным героем стал известный. Пожалуйста. Ребят, погоду собрали. Погода на сборке. Да, на первую камеру, после второй, третьей студии. Крупный план будем делать? Наша традиционная рубрика. Все готово, не волнуйся. А я и не волнуюсь. Дайте свет. 30 секунд до эфира. Слышишь себя хорошо? Снова
Ситуация с жилфондом набирает политические и уголовные обороты. Что есть будем, Россия обсуждает интервью министра сельского хозяйства, а фермеры сравнивают его слова с реальностью. О пожарной безопасности много говорят, но много ли делают? И почему дети вновь гибнут при пожарах?
Thank you.